С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 25 декабря. Католическое Рождество. Решение о праздновании было принято на Эфесском Третьем Вселенском Церковном Соборе в 431 году. Вместе с католиками Рождество празднуют протестанты, лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, которые пользуются новоюлианским календарем, который пока до 2800 года совпадает с григорианским. По сложившейся в первые века христианства римской традиции, в день Рождества служатся три особые литургии – месса ночью, месса на заре и месса днем. Таким образом, Рождество празднуется как бы трижды, как предвечное рождение Слова от Бога Отца ночью, рождение Бога Сына от Девы на заре и рождение Бога в верующей душе днем. Православное Рождество мы отметим по традиции в ночь с 6 на 7 января. Ну а теперь о родившихся. 1878 год. В этот мир приходит американский автогонщик швейцарского происхождения, автоконструктор, один из основателей фирмы «Шевроле» Луи Шевроле. С детских лет хорошо разбирался в семейном часовом ремесле, увлекался механикой. С 11 работает в мастерской по ремонту велосипедов. В 22 перебирается в Париж, где устроился на работу механиком. Потом Нью-Йорк. Одновременно с этим начинается его гоночная карьера. И когда успехи на треке превращают «Шевроле» в национального героя, некто Дюрант предлагает швейцарцу основать новую фирму «Шевроле Мотор Компани». Через 4 года он уступает свои права на марку и заканчивает жизнь, работая мелким служащим в этой же компании. Вот как бывает. В 1938 году родился Аркадий Хайт, российский кинодраматург, сценарист. Он был автором юмористической программы «Радио Няня» с Александром Лившицем и Александром Левенбуком, многочисленных эстрадных миниатюр Аркадия Райкина, Хазанова, Владимира Винокура, Миронова, Петросяна и других актеров. Выступал на эстраде с сатирическими монологами, писал сценарий для популярнейших киножурналов «Ералаш» и «Фитиль». Самыми успешными в творческой карьере Аркадия Хайта оказались сценарии мультфильмов «Приключения кота Леопольда» и «Ну, погоди». В 1955 году рождается Евгений Маргулис, советский-российский музыкант блюзового направления в российском роке, гитарист, вокалист, автор песен, телеведущий. И, конечно же, его имя неотрывно связано с такими знаменитыми группами, как «Машина времени» и «Воскресенье». Заслуженный артист Российской Федерации. В 1958 году появился на свет Константин Кинчев, советский и российский музыкант, автор песен, поэт, композитор, лидер рок-группы «Алиса». Ну а теперь о некоторых событиях. 1759 год. В дни, когда в Петербурге стояли страшные морозы, они доходили до -37, академик Петербургской академии наук Йозеф Адам Браун, немец с 1748 года, живший в России, с помощью охлаждающих смесей сумел понизить температуру до -56 градусов и таким образом получить твердую ртуть, которую можно было ковать, рубить и пилить. Через несколько дней Браун совместно с коллегой и покровителем-академиком Ломоносовым повторил опыты. О своей работе он рассказал на публичном заседании Академии наук в докладе о удивительной стуже, искусством произведенной, от которой ртуть замерзла. Вот это вот самое великое открытие замерзания ртути, сообщения о котором появились во множестве научных журналов, произвело подлинную сенсацию в ученом мире. Хотя точная температура замерзания -39 была определена чуть позже, в 1785 году и тоже петербургскими академиками. 1928 год. В Лос-Анджелесском кинотеатре «Кэст Крайтерон» состоялась премьера первого звукового вестерна в Старой Аризоне, в основу которого был положен рассказ о Генри, об удалом ковбое-малыше Сиско и его подружке. Знаменитый режиссер Рауль Уолш должен был сам сыграть одного из героев, но от этого пришлось отказаться, после того, как во время съемок он лишился правого глаза. Спугнутый джипом кролик в прыжке расколотил ветровое стекло и Уолша ранило осколком. Бывает же. Лента создавалась в национальных парках штата Юта, пустыне Мохаве в Калифорнии и других живописных местах Запада. Правда, не в Аризоне. Исполнитель главной роли Уорнер Бекстер получил «Оскар». На эту премию вестерн также претендовал в номинациях «Лучший фильм», «Режиссура», «Сценарий» и «Операторская работа».
1934 год. На экраны СССР выходит кинокомедия Александрова «Веселые ребята». Фильм – дебют в кино композитора Исаака Дунаевского и поэта Василия Лебедева-Кумача, актера и певца Леонида Утесова. В нем первую лирико-комедийную роль играет и Любовь Орлова. Картина популярна, причем не только в СССР, но и далеко за его пределами. И на следующий год она завоевывает приз Международного кинофестиваля в Венеции. 1946 год. В Москве на экспериментальном уран-графитном реакторе в Институте атомной энергии под руководством Курчатова осуществлена первая в Советском Союзе цепная ядерная реакция. А первая в мире аналогичная реакция была проведена в США коллективом ученых, возглавляемых Энрико Ферми, 2 декабря 1942 года. 1958. Верховный Совет СССР принимает новые основы уголовного законодательства, из которых впервые за время советской власти исчезает понятие «враг народа». Возраст наступления уголовной ответственности повышается с 14 до 16 лет, максимальный срок заключения снижается с 25 до 15. Судебные заседания становятся открытыми, а присутствие на них обвиняемых обязательным. 1979. Премьера телевизионного художественного фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Он снят на Одесской киностудии по заказу Гостелерадио СССР. Режиссер Георгий Юнгвальд Хилькевич, композитор Максим Дунаевский. В фильме снимались Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирницкий, Игорь Старыгин, Ирина Алферова, Алиса Френдлих и многие-многие другие популярные советские актеры. Сразу после премьеры фильм ругают все критики, называя его слабой пародией на знаменитое произведение Дюма. Но время сделало картину поистине советской кинолегендой. И теперь ни один праздник не проходит без ее демонстрации. 1989 год. Диссидент-драматург Вацлав Гавел избирается президентом тогда еще Чехословакии. А в этот же день, в 1989-м, казнен Николай Чаушеску, президент Румынии. Он старался вести политическую линию независимости и критики СССР. Назначил членов семейства, включая свою жену Елену Чаушеску, на главные государственные и партийные должности. Довел нацию до нищеты. Чаушеску был свергнут во время кровавого революционного переворота в декабре 1989-го и казнен вместе с супругой. Ну и последнее событие. 1991 год. Михаил Горбачев сообщает об уходе с поста президента СССР. В 19:00 в прямом эфире центрального телевидения он выступает с прощальным словом к народу и заявляет о своем уходе с поста по принципиальным соображениям. Михаил Горбачев сказал, что в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств он прекращает свою деятельность на посту президента СССР. Отмечает, что верит в своих сограждан и желает им всего хорошего. После заявления Горбачева об отставке и подписании им указа о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Ельцину, первый и последний президент СССР навсегда покидает Кремль. В самом здании спущен красный государственный флаг СССР и поднят флаг РСФСР. Прекращает свое существование Союз Советских Социалистических Республик. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».